Данный релиз содержит в себе много мата. Не рекомендуется к прослушиванию людям до 16 лет, женщинам пенсионного возраста, беременным и кормящим грудью, сутулым собакам, шкуроходам и жирным феминисткам. Похуй, поехали. Ну а перед тем, как мы сейчас начнем, я приглашаю тебя, именно тебя, братишка, играть вместе со мной на Grand RP первый сервер. И чтобы твой путь не начинался с бомжа, я дарю тебе 250 тысяч долларов и 7 дней випа, с помощью которой ты будешь еще больше зарабатывать и быстрее прокачивать своего персонажа. А получить ты их можешь, если перейдешь по ссылке в описании и зарегистрируйся. Или же ты уже находишься в игре, через телефон заходишь в подарки и в эту строку вобьешь мой промокод IGRAD. Ну а теперь, собственно, к ролику. Погнали! Друзья, знаю, что вы меня сейчас заклюете в комментариях, то что, Саня, ты лудоман ебаный, нахуй ты сейчас полезешь опять в рулетку, но я не могу. Как говорится, ни дня без рулетки, и второй день, второй видеоролик. Мы сейчас будем открывать рулеточку, и надеюсь, мы сейчас окупим. Чтобы вы понимали, я в тот же день вот просто сейчас сделал некий перерывчик, и опять хочу зайти в рулетку, потому что она сегодня дает. Ну как, блядь, сегодня не под... потому что реально есть шанс подняться. Battle Pass немножечко на следующий видеоролик отвожу. Надо сегодня вот понять, сколько я готов потратить. Вот можно продать вот эти вот очки. 3300, да, там 3320. Да, уже у нас 6900. Можно продать вот эту вот рубашечку. 2400. Итого у нас уже 10 практически тысяч. Ну, вот это вот тоже продам. Все, 11 тысяч донат. 11 тысяч донатов есть на этот видеоролик. Я не знаю, вот просто жаба хоть и душит меня сейчас их вот, блядь, не тратить. Одна, знаешь, такая вот темная, блядь, сторона у меня там на плече такая, блядь. Давай, ты лудоман ебаный, открывай, блядь, эту рулеточку, а вдруг повезет тебе, блядь. А второй такой сидит: нет, не надо, ты сейчас все проебешь, блядь, потом будешь жалеть, блядь. Вот и я вот сейчас, знаешь, метаюсь. Открывать, не открывать. У меня в донат-хранилище есть запас. Есть, хватит мне там и на Battle Pass немножечко хватит. И еще и останется. Вроде как должно хватить. Но я не могу, я должен. Значит, Саня переходит на темную сторону. И, друзья, вот просто, не знаю, сейчас либо одежду продолжать открывать, либо переходить и машины открывать. Давайте, если мы тот ролик открывали. Хотя сегодня, видишь, одежда дает. Может продолжать одежду крутить? А давай некий эксперимент сделаем. Просто до Тао одежду, вот мы, считай, крутим, да? Ну ладно, бог с ним, если мы сейчас ничего не выбьем. Бог с ним. Зато мы проверим эту теорию. Если вот ты окупился, нормально поднял денег в этом моментике, да, в одежде, выпадет что-нибудь еще в одежде? Или надо было бросать этот момент? Скорее всего. Возможно, по логике вещей можно догадаться, что надо просто валить. Потому что вот сейчас ничего не дает. Второе открытие по 3. Третье открытие по 3. И пока что пусто, дамы и господа. 120, 150 и 25. Ничего, в принципе, такого сверхъестественного я не вижу. Еще тройка игроков. Поехали. Могла бы и на масочке остановиться. Вот если хотя бы масочка сейчас бы упала какая-нибудь за 5000, было бы очень приятно. Так, тройка игроков и 80 и 111. Неужели тройки не будут больше давать? И рулетка вообще 25, как бы, блядь, уже в неком минусе на 4000 доната. Еще тройка игроков, троечка, пожалуйста, сыграй, 25. Блядь, зря я сюда полез. Я уже просто сам себя проклинаю, нахуй я сюда полез. Друзья, поддержите лайком, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Напишите свой какой-нибудь положительный, такой добренький комментарий. Мне будет очень приятно почитать. Ради вас в первую очередь я вот этим занимаюсь, потому что я знаю, что вам нравится рулеточка. И давайте сейчас... Блять, по 3 дальше продолжать. Ну, потому что что-то тройки не дают. Еще раз тройку сейчас открою. Она дала 2 раза там что-то было в прошлом видеоролике. Сейчас вот 6000 доната я потратил. Ничего не дала. Я предлагаю пойти тогда машинная. Потому что я так понял, одежда больше не даст. Надо переходить именно сюда.
Машины, значит так, встали в ряд. Саня вас сейчас будет по одной забирать. Поехали, а лучше по две. Итак, первое. А первое открытие 100 рублей доната. 25 и 25. Следующая тройка игроков. Готовимся. И легендарочки стали в ряд. Быстрее прогружаемся. Быстрее. И мы, друзья, открываем. Следующая партия уже готова. Ну, могла бы там легендарка за 5000 какая-нибудь хотя бы упасть. Ну, или тачка просто такая, блядь. Хотя бы хоть что-то отбивать. А мы ничего не отбиваем. Просто. Смотри, вообще ничего не отбиваем. Давай шестерку попробуем. Блядь, 2000 донатов. Шестерка, поехала, пожалуйста. Блядь, 11 тысяч доната. Я, получается, сейчас проебал. Не на что. Зачем? Зачем я сюда, блядь, пришел, друзья? Зачем меня вот опять? Вот это демоны. Это демоны. Демоны. Просто демоны. 25, 80, 25. Ничего не дала. Ничего. Одно открытие делаем. Понимаешь? Она дала. Я был в охуенном окупе. И меня просто черт дернул. Я, блядь, продал там на 11 тысяч доната вещи. Ебать, это что-то? Это будет сейчас? Ламба, стой, пожалуйста. Мотоцикл. Пожалуйста, ну хотя бы мотоцикл. С одного открытия. Это 5000. Это практически 5000. 4900. Половину суммы мы окупили. Ну, не знаю даже. Вот просто я и несчастлив. Если бы ламба выпала, это было где-то 1011 доната. Может, чуть больше даже. Это было бы заебись. Но слушай, единички дают. Можно проверить эту теорию. Можно проверить. Видишь, единичка дала. Давай попробуем, друзья, все ради вас, все ради экспериментов, чтобы вы понимали, как действовать в этой рулетке, когда будете сами ее открывать. И я такого, наверное, ну, делал когда-то, но сейчас очень подозрительно то, что она на последний, опять же на последний, одно открытие, и она дала 5000 донатов. Может, сейчас что-то еще будет интересное? Давай смотрим. Крутится. Все так хорошо идет. И это деньги. Это, к сожалению, стой, Харлей. Нет, это бабки. Пару раз, может, крутанем. Посмотрим по одной. А может, вообще надо просто убегать. Просто бежать отсюда. Ну, по одной интереснее. Оно так крутится, вертится. Ну, вот эти вот деньги... Либо там 100 рублей доната может выскочить вот, просто из ниоткуда. Вроде так все хорошо, вот хорошо, все хорошо. И на тебе деньги сейчас, вот. И не остановится редкая тачка. И это опять же деньги. Вот эту ламбу, если бы вот эта ламба мне выпала, я бы ее себе забрал бы. Похуй то, что я буду в минусе, но я бы хотя бы что-нибудь себе бы забрал. Что-нибудь, потому что я уже очень давно... С этих рулеток вообще себе ничего не забираю. Я просто сливаю это в донат. И опять же пытаюсь что-то выбить. Но ничего не выбивается. 4000 доната у нас остается. И это опять деньги. Неужели эта теория не работает? Стой. Ну, конечно же, она не остановится. А зачем ей останавливаться? Чтобы казино уходило в минус. Ну, это игровое казино. Ну, блядь, тут практически тут донат, чтобы вы понимали. Тут донат на Гранд РП можно заработать, просто там, играя. Участвовать в мероприятиях, там. Просто час отыграешь на сервере, ты попадаешь в список, который вечером ты можешь просто рандомайзером выиграть там 3000 доната, 5000. Сейчас же Бугатти выпало, было бы вообще прекрасно. Но, к сожалению, оно не выпало. Слушай, единички, походу, не работают. Короче, донат на Гранд РП это не проблема. Но нужно потратить время, соответственно. Можно задонатить. Ну, там сейчас акции как раз проходят. X3, X4... То есть хорошие акции, где можно 500 рублей задонатить, а у тебя доната будет ебать. Слушай, не, одни деньги падают. Больше, походу, и ничего не будет здесь. Я не знаю, еще, может, два прокрута давай сделаем по одному. Еще два прокрутика. И, наверное, 3000 я оставлю, чтобы прям такой сильный большой минус не уходить. Потому что сейчас мне надо вливать в Battle Pass, мне надо вливать в Хэллоуин.
А донат-то он не вечен. Так, пожалуйста, блять, опять деньги. Вот просто нахрен вы тут появились. Зачем вы тут появились? И видишь, ишь. И докатилась опять на деньги. Так, все, давай, крайнее открытие. Крайнее. Сегодня, за сегодняшний видеоролик, даже самое говно машина не падает просто. А выпадает один мотоцикл за 5000 донатов. И то мы сейчас 2000 донатов вот пооткрывали, и нихрена там больше не выпало. Скорее всего, это конечное. То-то-то. Деньги, смотри. Вот они появились. Короче, друзья, суть этого ролика такова. Если ты поднялся, умей вовремя уйти с рулетки. Не думай, что ты сейчас... Еще зальешь там или продашь то, что у тебя было, и тебе еще, блядь, что-то выпадет. Это, конечно, работает, но не всегда. Ты можешь сейчас еще, я могу сейчас все, в принципе, продать и сидеть, крутить, открывать. Возможно, что-то и выпадет. Ну потом, за какой хуй я буду там проходить тот же Battle Pass, либо хэллоуинский ивент? Ни за какой хуй. Поэтому, друзья, на этом моменте надо вовремя остановиться. Не буду я эти 3000 доната тратить. Вот эти вещи я буду сливать. И лучше в Battle Pass мы заберем какие-нибудь машины, какие-нибудь вещи прикупим в Battle Pass магазине. Поэтому ждите следующий видеоролик. Уже точно следующий видеоролик будет именно по Battle Pass. Всем спасибо за просмотр. Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Саня Град. Увидимся. Всем пока-пока.